В славянском городе в Донецкой области Украины появилась колонна бронетехники. Население Славянска встретило людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков приветственными криками. Как сообщает агентство «Интерфакс», военнослужащие украинской армии, вошедшие в Славянск, подняли российский флаг, дав тем самым понять, что они перешли на сторону сторонников федерализации. Между тем, Минобороны Украины опровергает эту информацию. Вот что сказал журналистам активист армии самообороны. ВДВ перешло на сторону народа. Все, что там? А это получается как украинская армия? Да, это украинские армии, блин. Ага, а сколько перешло, скажите? Посчитайте сами. А как дела? А все, ребят, все, все, а все. Спасибо. Армия самообороны Донбасса. А как назвать? Неважно. Сергей Соболев из фракции «Батьковщина» заявил, что на БТР с российскими флагами в Краматорске и Славянске передвигались замаскированные украинские военные, чтобы таким образом проникнуть в части, контролируемые сепаратистами, сообщает «Интерфакс Украина».